4028. Да, вроде. За 82 боя сделал со средух 4028. Но 4К я сделал. Нормально. Давай с тобой вместе стоим. Да я откачу немного назад. На всякий случай, вдруг отсюда кто-нибудь видит. Так, ну что, есть 2-2. Тут никого. Ждем ошибок. Хотя знаете, что можно сделать? Можно... Блин, светанулся я. Значит, уже нельзя. Жалко. Найсули. И перекатываем потихоньку. Короче, перекатываем. Сейчас будем драться с Крачуном. И давать инфу вот по этим типам. Вот, будем давать. Хорошо. Плюс 257. Копилочку. Теперь аккуратненько задом откатываем. И ищем проблемы. Плохой выстрел. Трефан ту чернего. А, я, кстати, колду не открыл. Открываю. Сам сказал, сам забыл. Короче, без кодового слова, просто... Просто ники. До следующего месяца, скорее всего, цены снижу. Да ё-моё, ну шо ж ты одна из двух-то, а? Испугался. Опа. Вот это мне нравится. Это хорошо. Все, чилим, отдыхаем. Пять, четыре, Пензыч, здорово. Три, два. А как ему баки не выбил второй раз? Да ё-моё, ну такую позицию гениальную занял. Игра не дает, понимаете? Обидно, блин. Так грамотно тактически переехать, разведя на выстрел со второго. Не попасть. Вот так, спасибо за 50 тысяч маны. Огромное.
Здорово. Все нормально. Я максимально на Верочку выстрелил. Чтобы у него корпус вот так вот поднялся. Там приведенка была приятнее для меня. Все-таки зараза. Тут, кстати, можно барабан фугасов заряжать. 230, Минкс. С хп. Не. Просто иди нафиг. Ну, бой хороший, плюс 3,5%. Вообще бодренько. Не, бомбовый танк, абсолютно бомбовый. Вообще. Супер бомбовый. Ну чё, сколько грязными? Сквозь танк? Ну, честно вам скажу, это не сквозь танк было. Это было между вот этой вот штукой, между коробкой задней и башней. 7400. 1900 опыта. Вот это я понимаю. Сколько в плюс на голде? Ну, считай 200 тысяч опять плюс. Если мы... А нет, даже больше. 220 тысяч, если бы еще клановые резервы были. Это мы не берем в расчет. Нормально. Почему бы и нет? Средуха 3830. Боже, какая же это офигенная машина. Кстати, друзья. Кое-какая есть новость очень интересная. И очень жирная. Сейчас нужно будет тоже сделать закреп. Короче, смотрите, если вдруг есть игроки, зрители, которые не играли больше 100 дней, у которых на аккаунте 100 и более боев, ой, зашипись, я сейчас договорюсь и отлечу, то вам могут залететь очень жесткие плюшки. Ну как очень жесткие? Просто немного вкусности. По моему промокоду. Да ё-моё, ну что? Ну зачем ты меня... Капец, зашибись. Ну все, я отлетел. Походу. О, Лёш, респект, сейчас скину. Кинул в ТГ. Зашибись.
Еще один кировец. Нет, не кировец. Т-26,5. Это был, на мой взгляд, наилучший вариант из тех, которые можно было придумать. Я, походу, сейчас умру. Каким чудом я зажил? Так, сейчас, секунду. Бой доиграю? Этот сумасшедший. Нормуль, как я зажил? Выражаю благодарность. Да, пожалуйста. О, нормуль, блин, что-то у меня лагает как-то. Что-то у меня лагает. Промокод вот, если что. Я скинул в Ютубе. А, по идее, именно не играл вообще. Ну, то есть, если ты не играл, то логично, ты не заходил в клиент. В принципе, это логично. Вот, короче, сейчас нам нужно будет сделать... Я, как обычно, нифига не успел сделать. Гений. Вот, нормально. Понял, зашибись. Такс. Мастерос, отлично. Блин, хороший бой. Процент отметки у нас 77,56. Это, по-моему, вообще супер круто.